Всем привет! Город Пермь, деловой центр Серго, улица Монастырская, 61. В этом деловом центре находится офис компании «Центр аналитики финансовых технологий». Эта компания занимается привлечением денег у людей, после чего люди остаются без денег. Самое интересное, что я хочу сейчас показать. Вот мы идем по пешеходной дорожке, по тротуару, рядом с деловым центром Серго, и видим такую картину. Автомобиль без номеров. Дальше. Автомобиль без номеров. Если мы посмотрим с другой стороны, то картина такая же. А теперь вопрос. Как вы думаете, чьи автомобили стоят здесь без номеров? А это подсказка. А теперь, друзья, самое интересное. Я позвонил в ГИБДД, сообщил о данном факте. ГИБДД мне ответили, что не смогут никак повлиять на данных граждан, поскольку они передвигаются с номерами. Поэтому всем на заметку. Лайфхак. Если вы не хотите платить за парковку, то можете просто-напросто при парковке снимать номера, а при движении их обратно ставить. И все. Будет классно. Вы экономите свои деньги, бюджет не получает денег за парковку. Все довольны. Всего хорошего.